6 предприятий по переработке молока появятся в Северной Осетии в этом году. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ибрагим Рубаев. В ведомстве отметили, с каждым годом фермерские хозяйства увеличивают производственные мощности. И возникла необходимость в предприятиях по переработке сельхозпродукции. Как отметил заместитель министра, в каждом районе должна быть организована переработка. Это обеспечит местным фермерам дополнительный и надежный рынок сбыта. Необходимые средства для реализации проектов у ведомства есть. Одно из таких предприятий в скором времени появится в Иравском районе. Сегодня в министерстве с его представителями прошла рабочая встреча. Это будет предприятие по переработке молока и производству натуральных молочных продуктов. А поставлять продукцию на него будут крестьянско-фермерские хозяйства района. Ведомство, в свою очередь, оказывает фермерам грантовую поддержку. С того момента, как я пришел с этим вопросом Министерства сельского хозяйства, я получил полную поддержку, абсолютно полную поддержку и полное движение навстречу. Все вопросы, которые я задаю, я получаю на них полностью быстро и оперативно все вопросы. Я очень доволен на самом деле этим сотрудничеством. До того, как я сюда пришел, я немного по-другому это представлял. Но я правда очень доволен этим сотрудничеством. Сегодняшнее тоже мы пригласили компанию, которая у нас уже на нашем рынке по поставкам технологического оборудования, производства молока, его переработки, а также строительства животноводческих помещений. С нами уже 2 года работает соглашение с Министерством сельского хозяйства. Они заключили еще 2 года тому назад. Ихняя работа нас устраивает. Многие фермеры их знают. Можно наглядно посмотреть то, что они здесь уже поставили.